Все хорошо? Нормально. Я оставлю телефон здесь. Обо всем позаботились, не переживай. Спасибо. Не за что, но я пошел. Какой же он красивый. Какие у него ресницы. Какое невинное лицо. Я его чуть не потеряла. Я тебя слышу, Хаят. Как? Правда? Правда. Что я сказала? Что ты голодная. Да, я так сказала, потому что очень хочу есть. Как ты? Голова кружится? Нет, немного. Мне не очень хорошо. А дышать не тяжело? Нет, нет. Мне просто нехорошо. А если бы что-то случилось? Ты бы расстроился из-за моей смерти? Никогда так больше не говори. Ни слова о смерти. Случись с тобой что, я пойду следом. И ты это знаешь. Я такая голодная. Я принесу тебе перекусить. А ты лучше полежи. Я сейчас приду. Тувал. Да, Тувал. Привет. Как хорошо, что это ты. Мурат рядом? Нет, он вышел. Отлично, вовремя. У нас проблемы. Это у меня проблемы. Да, я слышала. Ты про послание? Не только. Я чуть не погибла. Как? Что случилось, Хаят? Мы с Муратом поругались. Дом загорелся. Долго рассказывать. Невероятно. Как ты сейчас? Аллах меня явно любит. Если бы не пожар, я бы уже разводилась. Браку пришел бы конец. Мурат бы не простил меня, даже если бы я умоляла его на коленях. Ладно, ты в шоке. Это все из-за того, что ты чуть не умерла. Тувал, Мурат впал в ярость, сказал, что убьет его и ушел. Я догадалась. Он уже успокоился? Ну, лучше защита, это, конечно, нападение. Мне же пока плохо. Да. Не отставай от него, наседай. Ты поняла? Так и планирую. А ты чего мне звонишь? Надеюсь, ничего важного? Нет! Что? Это мелочи. В принципе, я хотела, чтобы ты поговорила с Муратом, но лучше молчи. Постарайся держать Мурата от Сарте подальше, пока я не разберусь с Эмре сама. Эмре? При чем здесь Эмре? Ну, просто... Тувал? Тувал, ты слышишь? Тувал Ханым? Идем, Керем, надо поговорить. Что случилось? Давай. Как ты? Смогла поспать? Мурат, мне так плохо. Очень нехорошо. Я не могу дышать. Позвать врача? Нет, просто побудь рядом. Я поговорил с врачом. Тебя сегодня выпишут. Давай поедим, потом поедем. Да что он знает? Мне плохо. Я не могу дышать. Мне нужно полежать в больнице, и чтобы ты все время был рядом. Не можешь дышать? Видишь, это все из-за пожара. В легких полно дыма. Мне так плохо. У тебя отсоединилась кислородная маска. Вот ты и не можешь дышать.
Я знала, что что-то не так. Она меня душит. Я ее сниму. Мурат, давай не говорить бабушке и дедушке. Я чуть не умерла, они не переживут. Хватит уже говорить о смерти. Но это факт. Ты не умрешь. Я не позволю тебе. Потому что не смогу без тебя. Давай поедим, а потом поедем. Я ей так завидую. Кому? Хаят. С ней постоянно что-то происходит. Какая-то вечная движуха. Мурат сражается за нее, даже если она ошибается. Посмотри на наших парней. Они такие свободные, вот в чем дело. Дорога и Керем слишком спокойные. Девочки, о чем болтаете? Тайно встречаетесь с парнями на балконе? Где? На балконе? Ну нет, о чем ты говоришь, Эмине? Нет. А что это за грязные следы по всему балкону? Какие следы? Хорошо, что я их увидела. А если бы это был дедушка, вы совсем страх потеряли. Какой балкон? Какие парни? В чем ты нас обвиняешь? Верно. Ни Керем, ни Дарук не полезли бы на балкон зимой. Они же не дураки. Мурат бы полез, но Хаят тут больше не живет. Так, мне все равно. Откуда тогда взялись эти следы, а? Я с вами с ума сойду. Да что это такое? Там что-то есть. Давай посмотрим. Кто-то правда тут ходил? Тут полно следов. Как будто кто-то сюда забрался. Девочки, я так разозлилась, что унесла ведро в дом. Schlaft an Lamar.